Понтонный мост – это единственное, что сейчас соединяет почти полсотни жителей острова Шубинский с поселком Затон и Барнаулом. Недалеко отсюда есть дамба, но она уже затоплена, а значит, большая вода совсем близко. Хотя в мэрии надеются на благоприятный исход. Несколько дней в Катуни и в Бии фиксировали прибавление воды, причем значительное – на 20-30 сантиметров в сутки. Теперь эта вода дошла до краевой столицы. Накануне в Аби уровень прибавился на 16 сантиметров. Администрация, в принципе, готова к развитию любого сценария, который бы не произошел у нас с вами. Но считаем, что в ближайшие дни рост воды будет. 2-3 дня надо особо понаблюдать здесь над Затоном. И я думаю, что и здесь вода начнет все-таки падать. На случай паводка в поселке уже определены 4 пункта временного размещения. Подготовлен водный транспорт. По словам Франка, к большой воде Затон начали готовить уже в феврале. Проинформировали жителей, увеличили дамбы. Не так давно мы рассказывали вам о том, что в поселке установили новый оградительный вал. Ко всем этим мероприятиям местные относятся скептически. Их смывает просто. Вот там вот сыпали, просто смыло и все. Зато жители не теряют оптимизм, просто привыкли к такой жизни. Говорят, главное, чтобы не выросли жабры. Население видит информационные стенды, информация размещается, то есть настроено позитивно. Да, вроде живем, нас никто не информировал, но живем спокойно. Будем ждать или большой воды, или маленькой, все получится. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, «День с толком».